Здравствуйте, вы смотрите программу о загородной жизни. Все, что вы хотели узнать о даче, но не знали, у кого спросить. Я Дмитрий Николаев, ведущий этой программы, но самое главное, я дачник. Мы с вами одной крови. Сегодня поговорим об огороде. А огород не бывает без огурцов, кабачков и другой разной зелени. Сегодня о том, как ее вырастить. Начнем с огурцов. Как вырастить огурцы? Огурцы в открытый грунт высаживаются сухими семенами. Это вот берется пакетик, семена раскладываются в определенном порядке и ждем урожай. Когда? После 20 мая. Сухими семенами после 20 мая. Для того, чтобы ускорить процесс? Для того, чтобы ускорить процесс, нужно вырастить рассаду, которая высаживается в конце апреля, после 25-х чисел где-то. Вот, и можно рассаду выращивать вот в таких вот стаканчиках с землей. Вот есть эксперименты по выращиванию рассады без земли. То есть берется какая-то емкость прозрачная, желательно, вот у меня пластмассовая. Выкладываем салфетки, самые простые. Смачиваем, лишнюю влагу мы сливаем и раскладываем семена. Вот у меня вот здесь, например, 6 сортов по 5 штук, то есть 30 саженцев в одной коробочке. Эту емкость мы закрываем пакетиком, чтобы влага не уходила. И, в принципе, вот этой влаги будет достаточно, так как происходит испарение и конденсат. И этой влаги будет достаточно, чтобы наши саженцы росли. Но так как мы дачники, любим заглядывать, как у нас растут семена, тем самым мы проветриваем нашу микротепличку. Рассада выращивается где-то в пределах 2 недель. Вот. Погода, если погода стоит хорошая, позволяет вынести наши саженцы, высадить в открытый грунт, мы можем это сделать уже, вот у них, посмотрите, какая хорошая корневая система. Видите? То есть мы саженцы высаживаем, и они сразу начинают расти. В случае, если вдруг возвратные заморозки или похолодание, мы можем накрыть или баночками, или укрывным материалом. Таким же способом мы выращиваем кабачки. Кабачки также высаживаются после 20 мая сухими семенами. И также вот у нас в коробочке растут саженцы. Аналогично огурцам, все тоже по времени, да? И по уходу, и да, все остальное. Точно так же, как точно так же. Также можно выращивать и патиссоны, и арбузы, и дыни. Морковь, петрушка и укроп. Их можно садить сухими семенами, как только оттает почва. То есть вот снег сошел, и высаживаем семена. Но они тугосхожие и всходят где-то 20-25 дней. Чтобы уменьшить срок всходов, мы можем семена замочить. Также вот во влажную салфеточку положить в пакет и в холодильник на верхнюю полочку, не в морозилку. Где-то вот за 10-12 дней до посадки. Перед посадкой мы семена открываем, подсушиваем до сыпучести и высаживаем грядку. Тем самым мы делаем забег в 10-12 дней. Хитрость в том, что семена, когда набухают, они становятся более ощущаемы, и их пореже можно садить. И тем более они уже напитали влаги, и они быстрее прорастают. Дорогие садоводы-огородники, не скромничайте, рассказывайте ваши секреты, как у вас устроен сад и огород. Пишите наш адрес nikonews@karelia.ru. До встречи на даче!